Да, это очень сложная организационная задача. Если бы я сейчас сидел в Москве, и мы бы, наша команда бы вся сидела в Москве и размышляла бы, что делать на этих выборах, я бы, конечно, с ней встретился, и, возможно, мы бы взяли эту задачу. Возможно, мы бы занялись бы ее компанией и попробовали бы что-то там сделать. А пока это хорошо, что они выдвинулись. Может быть, пока и рано об этом говорить, не знаю. Но я пока не вижу, насколько это серьезно, и мне пока нечем им помочь. То есть, если я завтра скажу, о, смотрите, какой хороший кандидат, то люди естественным образом зададутся вопросом, а как нам, типа, поучаствовать? А я не знаю. Да. Поэтому, если будет кампания сбора подписей, если у них действительно будут точки в городах, куда можно прийти оставить подписи, если они будут во всех регионах или во многих регионах, я призову, и люди, наверное, пойдут ставить, я надеюсь. Если бы мы могли бы открыть им штабы, мы, может, открыли бы, мы не можем. Ну, Да, мы надо могли бы людей призвать. позвать, да, волонтерите, там, еще что-то делать. Но пока этого всего нету, мы пока не можем вписываться. А Дунцова со мной не связывалась ни сама, ни из штаба. Я вообще не знаю, может, им не нужно это. Может, их там, не знаю, может, они боятся шехпаса. Я не знаю ничего про это. Поэтому мы будем делать наши ходы, когда это будет в тему. А мы не будем рассказывать просто для того, чтобы рассказать. То есть мы в этом деле акторы, а не новости. И мы будем действовать тогда, когда будем считать эффективным действовать.